не смог удержаться, понимаете, от провода. Это знак, да, видно? Видно, как, насколько могучи сугробы. Вот машинка стоит внизу. Там тоже симпотно все. Но все-таки по части сосулек мой дом один из самых колоритных в городе. Гор-водоканал. Вообще где-то трубы порвало, да? Но это как всегда же, блин. Еще толком земля-то не замерзла. Даже наоборот, тепло. Фундаменты плавают там, где было потоплено. Трубы рвутся. Так, ну что, потихоньку, аккуратно, что можно и ногу сломать. Пойду вниз. Видите, какой красивый город Комсомольск, господа, дамы, судари, сударыни, крестьянки, колхозницы, матросы, старшины. Ой! Полная дегтяревщина, короче, наступила. Ну, предыдущий сюжет я показывал, да, про доску почета, там вы поняли намек. Ну, здесь хоть дорогу как-то отшкребли, а у нас вообще ни тропинок, ни хрена себе. По лезвию, по лезвию, пусть выпадет удача, ах, пальцы в кровь порезаны. Потом по ним поплачем, вот какая симпатичная горка, где я сейчас снимал сюжет.